Я его что-то сдвинуть не могу. Не-не, там. А? Ну я тоже думаю, потому что что-то. Я его туда, вон, он на месте стоит. Есть! Есть! Только не поднимайся, да. Есть! Есть! Взяли. Ай, какой красавчик. Ну сколько здесь? Ну я не знаю, но, наверное, под трешечку где-то. А какой. Ой, какой красавец. Блин, я счастлив, ребята. Всем привет. Часто мы сталкиваемся на рыбалке, то, что карп и карась отказываются клевать. Мы хорошо закармливаем точку. Рыба приходит, но поклевок мы не видим. Сегодня я вам расскажу про средство, которое поможет растормошить любого пассивного карася и карп. Каждый знающий рыбак скажет то, что это средство в реальности может заставить клюнуть карася и карпа, который пришел на точку. У меня часто бывало то, что я сильно закармливаю, рыба задевает шнур, но не клюет. И чаще всего, макнув наживку в это средство, я получаю поклевку. Я могу с уверенностью сказать, то, что эта эссенция, это средство может спровоцировать на поклевку карася и карпа. Раскроем карты. Это, ребята, анис. Советую покупать ароматизатор, который используется для добавления в прикормку, который разбавляется с водой, как написано вот в способе применения, и добавляется в прикормку. В нашем случае мы будем ее использовать для макания наживки в эту эссенцию. Эссенция гораздо гуще, чем дипы, которые используются для нанесения на наживку. Простыми словами, пшикалки. Эссенция будет гуще, можно сказать, концентрат. Соответственно, макнув в данное средство наживку, запах будет держаться гораздо дольше и лучше привлекать карпа и карася. Ребят, хороший тузик подсел. Смотрите, как удилище работает. Во-во-во-во-во-во-во-во. Ну такой где-то, наверное, полтора. Вон уже в воде показывается. Во-во-во-во. На три опарика клюнул. Красавчик. Возьмем, наверное, его в подсак. Нет? Ну-ка. Да куда ты пошел? Подсак испугался. Ну, хороший карпик, хороший. Поклевки стали реже, намного, но рыбка покрупнее. Опа. Все в домике, ребят, в домике. Хороший карпик. Ну да, такой где-то кило 200, наверное, я бы сказал. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят, в шахте вообще там. Заглотил, конечно. Ай, красавец какой. Плавники какие красные. Красивый карпик.